Всем привет! Опять ответы на вопросы. Ну что, это хорошо, раз люди задают вопросы, значит, все-таки я на них иногда отвечаю. Вот. Как вы боретесь с перетягом? Вот. Я писал, но в итоге решил снять небольшое видео. Все очень просто. Вот мы сделали вмятинку. Вот. И так видно, ну это учебно-тренировочный вот у нас капотик. Вот, и что мы делаем? Надо вот эту вмятинку, допустим, удалять клея или ремонтировать. И как же быть с перетягом? Потому что иногда, сам не ведая тому, приклеишь лифтером ее вот так вот, потихоньку вроде дерг-дерг, а она не выстреливает. Уже как бы чувствуешь, что хорош, уже идет перетяг, а он не отклеивается. Что делать? Сейчас покажем, что делать. Вот, пистолет входит в режим, греется. Вот так мы видим. Вот. Выбираем грибочек по размеру. Как бы не большой, не маленький. Вот такой грибочек. Вот, и сейчас пистолет прогревается, наносим клей и дергаемся. К сожалению, я и снимать, и работать не могу. Вот, смотрите, еще немножко он как бы шевелится. Вот, то есть, вот все, уже он стал. В гараже у меня где-то порядка 17-17,5 градуса, то есть... Ну, не жарко и не холодно. Вот начинаем мы, подводим, тянуть. Дрынь, тянем. Условно, вот, отстрелился, да? Все хорошо. Смотрим, замываем, смываем, смотрим еще. Вот. Не дотянулись. Значит, по-хорошему надо сейчас обстучать немножечко хотя бы края, что мы сейчас и сделаем, а потом продолжим процедурку. Вот, слегка, как говорится, подразгладив края, чуть подпробив, приступаем опять, клеимся и смотрим, что получается. Я, к сожалению, не могу сделать так вот, о чем человек спрашивает, что вот не отклеивается. Вот в данном случае он легко отстрелился. У меня тоже так иногда бывает. Ну, сейчас, я думаю, это получится у нас. Вот, и покажу, как и чем я с этим борюсь. Потому что эта проблема, ну, плохая. Потому что если перетягиваешь металл, потом куча проблем. Поэтому надо до этого не доводить. Лучше там 5-6 раз приклеить, отклеить, чем за один раз перетянуть. Ну вот, сейчас посмотрим, что будет дальше. Продолжаем наше кино. В этот раз я уже грибочек чуть поменьше приклеил. Вот, поскольку потихоньку все это вытягивается. Вот, опять, ага, опять, не опять, надо грибок предшественник удалять сначала. А то я решил, что можно с грибком в пистолете, в этом, в мини-лифтере. Вот мы делаем натяжечку, да, натянули и потихоньку вот. И уже я, допустим, вижу, что вот, кстати, поймался такой момент. Вот мы видим, что он не хочет отрываться. То есть, если я буду сейчас тянуть, я перетяну. Что делать? Лить спирт и прочее. И бывает, что вот до тошноты льешь, а он не отходит. Льешь, а он не отходит. Начинаешь дергать, опять же, с мини-лифтером, опять же, делаешь перетяг. Вот. Что делать? А время идет, а работать надо. Вот. Я такую волшебную штуку нашел. Вот. А нет, вот отошел. Вот смотрим. В данном случае мы не перетянули пока что.
Сейчас еще более маленький грибок поставим, и я думаю, будет все нормально. Сначала, конечно, надо немножечко подпробить это дело. Вот опять мы поставили грибок, еще чуть-чуть меньше. Это, кстати, переделанный китайский грибок. Как вы можете видеть, у него юбочка проточена. Вот, допустим, если сравнить вот с этими. Вот. Видно, что тут... Сейчас я поближе поставлю. Средняя юбочка вот эта вот, она чуть толще, чуть толщее была. Отдал токарю, говорю, сними чуть-чуть. Ну, он чуть-чуть взял и бабахнул. Где-то по миллиметру. А то, может, и по полтора. Ну, не в этом дело. Вот, допустим, наш пример. Опять же, продолжаем. Замерзло все. Вот, дергаемся, дергаемся, дергаемся. Все. И не получается. Что я делаю? Вот такой волшебный прибор. Ну, вот. Такая лопаточка. Я не знаю, что-то я не помню даже, где я ее купил. Вот, скребочком она так сделана. Я думаю, что стоит она сущие пустяки. Мажу спиртом и вот так в наглую, как клинышком. Вот, как это и видно, не так это и просто. Он не хочет. Вот и все. И этим самым мы избегаем перетяга. Вот такая вот лопаточка или что-то типа. Вот. Она здесь очень тоненькая. Вот, сделанная на конус. Вот такой вот приборчик выручает меня от того, чтобы не перетягивать и чтобы аккуратно работать. Вот, надеюсь, что ответил на вопрос, Андрей, ваш. Почему? Потому что у меня тоже такая болезнь есть. Я постоянно перетягиваю. И поэтому, чтобы вот ее избежать, просто-напросто сразу надо ложить перед собой, а не надеяться, что сейчас да чуть я перетяну, да чуть отстрелится, да чуть я разобью. И в итоге делать себе дополнительную работу создавать. Вот так. Ну ладно, все, привет, пока-пока, всем удачи, задавайте вопросы, смогу на них ответить, всегда постараюсь ответить.